В Красноярске завершают строительство первого городского спорткомплекса для юных борцов. Здание возводят на острове отдыха с прошлого года. Общая площадь помещений больше 1000 квадратов. Планируется, что уже в следующем году здесь начнут работать две городские секции по дзюдо и греко-римской борьбе. Раньше кружки работали на арендованных площадях. Это сказывалось и на качестве помещений, и на неудобном расписании. Теперь же новый комплекс станет домом почти для 500 воспитанников. А учитывая, что через 3 года в Красноярске пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе, секции единоборств, по мнению мэра, станут особенно популярны. Я ожидаю, что после 2022 года у нас еще будет очередной бум, потому что всегда вот такие мероприятия, особенно международного формата, они очень серьезно подстегивают интерес к определенным видам спорта. Мы это видим по универсиаде, по зимним видам. У нас сейчас уже 400 ребятишек, мы уже расталкиваем по всем стадионам.